Добрый день, дамы и господа. Я приветствую вновь всех на Исфаре. Сегодня большой насыщенный футбольный день и второй матч, вернее даже третий матч на сегодня. Платина и футбольный клуб Бразилия. Да, вы не ослышались. Футбольный клуб Бразилия, российская премьер-лига. Чего только нет в АФЛ. Какие-то чудеса происходят. Говорю, давайте все-таки об игре. Платина уже идет вперед. Правым флангом удар. Еще один, может быть. Нет, не получается. Подбор за Платиной все равно. Есть удар. И не точный совсем. Мяч покидает пределы поля. Ну и, конечно, без травм. В атаке Платина. Удар. Это опасно было. Рядом со штангой мяч проходит. Ладно, давайте смотреть игру. Платина сейчас с мячом около чужой штрафной площади. Будет ли удар? Здесь есть удар и есть первый гол. Очень вовремя я вернулся после аналитических сводок прямиком к игре. 1-0. Открывает счет Платина. Получается здорово. И Бразилия теряет мяч. Едва им завладев, но они вынесли его не очень далеко. Дальше снова есть возможность и падение около штрафной площади бразильской команды. Так, давайте смотреть. Удар. Опасно. И снова это гол. 2-0. Хороший штрафной удар. Хороший выстрел со стандарта. Ближе к октябрю, когда все футболисты вернутся из отпусков. Удар от Бачурина. Не точно. Тоже вошла не сразу в этот чемпионат. И имеет пока всего лишь одно очко, которое заработала не она. У Платины не всегда в последнее время не только оптимальный состав, но еще и достаточное количество футболистов для игры. Матевосян. Было опасно, но не получилось у нападающего замкнуть эту передачу. Команда в манишках или без номеров, ну, очень сложно на самом деле предположить, что там удар. Точный. Платина вновь мячом владеет. Бачурин. Хорошая передача на Матевосяна. Матевосян бьет и 3-0. Здорово. В девятку, туда, где сладко посапывал паучок. И здесь Марушкин. Через правый фланг атакует вновь Платина. Будет ли удар какой-то? Есть удар. Опасно. И, по-моему, добрался до мяча Лисовский. Прессингует сейчас. Но Лисовский делает мощный вынос вперед. Там, кстати, один нападающий. И, может быть, один гол хотя бы попробует отыграть Бразилия. Опасный может быть момент. Удар. И это гол, действительно. 3-1. Счет перестает быть разгромным. Возможно, на время. А, возможно, и вовсе. Так или иначе, первый гол Бразилия забивает в АФЛ. Мы ее с этим поздравляем. Не стоит. Не стоит выключаться из игры так рано. Идет вперед Платина. По-моему, это Шугалин. Он делает прострел. Что здесь? Передача вперед. Бачурин убирает под правую. Отсюда можно пробить. Есть удар. Лисовский отбивает. Здорово. Левее пас. Будет удар. Все-таки есть удар, но не точно. Пас партнеру чуть в центр. Здесь падение около штрафной площади. Ну-ка. И это действительно удар. Правда, высоковато мяч проходит над перекладиной, где-то в метре от нее. Пас на Берилета. Берилет решил сам пробить и отбивает голкипер. Здесь опасно. 3 в 3 наступление Платины. Хороший пас на Марушкина. Марушкин с мячом. Острый угол. И бьет Марушкин. Не попадает по воротам. Здесь был стык, очень неприятный. Будет ли нанесен удар сразу? Он нанесен, но слишком высоко и не точно. Сейчас, например, сумеет забить до конца тайма. А вполне это может быть нарушение правил и вполне возможно даже желтую карточку мы увидим. Итак, удар опасно и... Дальше начинается уже второе наступление Платины. Хороший заброс. И Лисовский едва, может быть, они припасли для второго тайма что-то интересное. Очень нелепо падает здесь защитник Платины. Ошибается, надо забивать. Платонов переигран. 2-3. Но это курьезная ошибка защитника Платины. По-моему, как раз Коркин упал на газон. И передача вперед. Правда, перехват. Очень неприятно.
и удар последует после этого мимо ворот. Ошибается Платина в центре поля. Был свисток радиуса круга. Исполнен этот штрафной. Лысенко бьет головой. Платонов не очень уверенно играет. И Маляренко не стал бить. Ищет варианты впереди. Подача. Удар. И это гол. 4-2. Платина вновь в игре. Что-то здесь интересное нам показывает Платина. Это заготовленное празднование. 4-2. А вот Бразилия ошибается около своей штрафной площади. Еще один гол может быть сразу. И получается. Еще один гол. 5-2. Разгромный счет. И увидим ли мы такое же празднование. И снова идет в атаку. Стрелков. Передача на Бачурина. Бачурин бьет. Штанга. Перекидывая голкипера. Снова Марков. Теперь мяч у него под левой. Он бьет и не попадает. Хитрика нет пока. Впереди есть футболисты, которые могут бороться за игру на втором этаже. Вернее, за борьбу на втором этаже. Удар. Из глубины его наносил второй номер Бразилии. Не попал в сторону. В сторону ворот попал, не попал в створ. Передача чуть назад. Отсюда может быть удар. Есть, и он вполне опасным был даже. Лиги чемпионов. Но пока мы смотрим атаку Бразилии в российской премьер-лиге, опасно и отбивает Платонов. Хорошо было. Снова возможность есть у Платины. Удар, но это очень высоко. Но момент заигран. Впереди, вперед идет, вернее, Платина, Стрелков. Пас хороший. Лисовский благодарит Стрелкова за эту передачу. А вот здесь ошибается защитник. И 2 в 1. Атака неплохая. Ну как же так? Подключался. Матевосян. Нет, это Марушкин. Прошу прощения. Он делает передачу вперед. Перебрасывать пытался. Лысенко. Остается на ногах. Но все-таки правила были нарушены. Был фол. Итак, у мяча 4-й номер. Он разбегается, бьет. Поэтому угловой оказался неудачным. Сорокин, пас на партнера, удар. И нет гола. Все еще не забивает Бразилия. Но что же это такое? Насколько я понимаю, Лысенко. И он берет большой разбег, бьет и забивает прямо под перекладину. Над Платоновым, но тот прыгает влево от себя угол. Не угадывает направление мяча. И в итоге у нас счет 5-3. Может быть, все-таки снова разгромным счет будет. Марушкин убирает под правую, обводит защитника, бьет по воротам. Ударить отсюда есть возможность, бьет Лысенко. Накрывает мяч защитник. Снова нападающий. 5-4 сумели выиграть. А вот сейчас повторится ли? Нет, бьет не точно Лысенко. Классный пас пяткой на Бачурина, здорово. И в итоге переиграно 2 защитника. Бачурин на ударной позиции. Лисовский не без труда. Бачурин не стал бить на Маляренко пас. Маляренко. Передача внешней стороной стопы. Дальше прострел, удар и гол. Все-таки разгром. Все-таки 6-3. Огромное количество пропущенных голов. Все, матч окончен. Матевосян в итоге оформляет покер. Мы с этим его поздравляем. Поздравляем Платину. Благодарим Бразилию.